Нажал? Так. Привет всем, я Армен Еремян, и сегодня будет то самое долгожданное видео. Путешествие в Европу. Итак, я в 19 лет находился вот здесь, покажите поближе. И полетел вот сюда. Это был март 2014 года. Я вас верну на 10 лет назад. Когда я прилетел в Чехию, мне было 19. Да. Там мое день рождения случилось. Мне стало 20 лет. И потом мы поехали через Германию на автобусе в Париж. Все это вы увидите в этом видео. Извините за тавтологию. Я начинающий блогер. Ставь лайк, подписывайся, смотри видео до конца. А если у вас есть возможность посмотреть с VPN, смотрите с VPN и смотрите из... Если есть возможность, выберите США. Ну, покажи. Просто оттуда больше монетизации, больше денег капает. Без обид. Пиши комментарии, делись с друзьями. Все. Ты видишь? Из ит Чехия. Прагу, Прагу, Прагу. Знаете, на какой надо автобус? 19. На 119. 119, вот он. Он кидает нас. Вы же говорили, что вы были в Праге. Ой, парижские армяне, пражские. Скажите, как вам Прага? Барев. Скажите, Мерседес болгарский. Такси, такси. Самая шикарная чешская свадьба. Поздравляй! Вы русские? Я видео снимаю. Пусти тогда барана. Элитный пражский бомж. Самая главная достопримечательность Чехии. Сфотайтесь с бомжом. Он выглядит как наш ректор. Вот так вот зарабатывает премьер-министр образования. Это видео? Не знаю. А, это видео? Да. Russian tourist. Я сейчас увижу Томск. Как тут красиво вообще. Вообще, просто жесть. Возможно идти, если знают, куда идти, я покажу. Нет, это не знаю. Нет проблемы, ребят. По-вашему, как сказать, как это называется? Борода. Дедушка. Борода. Борода. Синяя борода. Борода. Есть пиво. Покажу вам. Пиво. Кстати, это для вас комплектная конструкция, да? Ну, хорошо. Даже еще не видно. 1 евро. Памятник карри. Я хочу похулиганить, чтобы меня закрыли. Давай. Танцуй. Секс-музей. Лофт-тестер сейчас будем проходить. Только присядь. Нормально. Вам что, повес? I'm wild.
Я тоже wild. Неужели он секс-бомб? Офигеть, если он секс-бомб. Опа. Фрикис. Да. Просто булки прикольно массажируются. Что, сделать что? Я вам результат не устроил. Давай второй. Что, у тебя было вайл, да? Да. Подмерз. Булки подмерз. Да, булки замерзли. Это какой-то митинг. И мы сейчас в музее Кафки. Кафка был известным дизайнером. Вот он создал такие вещи, как буква К, два писающих мужика. А вот это представлена здесь карта Чехии. Что из... Так, это мы вырежем. А это известный чешский бомж Ара. По преданию, он должен так делать каждый вечер понедельника. Если он этого не сделает, его четвертуют. А давайте мы попробуем с ним поговорить. Армен, Ара, Ара-бомж, скажите нам, пожалуйста, с какого года вы это делаете? Почти как открылся университет Карлов. То есть 1380 года. Посмотрите внимательно на его лицо. Его лицо сам стоял вместо... олицетворяет пражскую культуру. А также на Ару пришли посмотреть другие люди, как вон тот дядечка. Давайте заканчиваем репортаж. С вами был Динарко. Давай-давай! О! Смешно просто. Иди сюда! Ой, боже, он жрет! А это... Офигеть! Кому ему кидают? Реально кролика? Еще ногами, смотрите, делает ее, отрывает. У меня кот так... О, смотри. Вот так надо смотреть. Вот это вот. Блин. Если ты поймаешь, хороший прям. Когда вот так мясо... Знаете, какие ноги толстые у него? Прям на камеру. Улыбнись камеру, друг. На пальцы. Смотри, еще один бежит. О-о-о-о. Боятся. О-о-о. Что не пошагал за ними?
Да. Да. А, хорош висеть. Я боюсь. Смотри, эти увидели. Арар-регулировщик. Арменин делает Париж. Французский мультик. Досмотрел это видео до конца, я тебя поздравляю. Сейчас мне 30 лет, я нахожусь там же, в креслокачалке. 30 лет, Томск. Это 2024 год, и вы хотели этого. Можно аккаунт подписчика, АП вы везде писали. Надо писать именно здесь. Я смотрю статистику, я могу увидеть. Вы меня не обманете. Ребятишки, ух ты. Ребята, вы меня не обманете. Я смотрю статистику, я увижу, как вы полностью посмотрели или не посмотрели. Вы можете не смотреть видео, просто можете про это. Так, сейчас. Делитесь с друзьями, пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь обязательно. Все, спасибо всем. Всем пока. Всего хорошего. Обнимаю, целую. Пока.